Доброго времени суток всем, кто зашел в гости. Гости на быстрый обед. Хочу приготовить лапшу удон с капустой пекинской. Чуть-чуть она у меня общипанная, но еще ее много достаточно, чтобы сварить один супчик на один раз. Капуста большая, для супа много не надо. Что пойдет сюда? Лапша удон у меня в пакетике, можно брать любую свежую лапшу, которую найдете, которую любите. Я взяла то, что меня устраивает, можно залить на 2 минуты ее кипятком, и она уже готова к употреблению, чтобы ее отправить в суп. Фарш какой найдете, у меня говяжий, но обычно идет сюда свиной. Лук порей, зеленый лук, у меня остатки капусты бок чой, один грибочек шиитаке плавает в баночке. Основные соусы, соевый соус, устричный соус, какой еще хотите, можете добавить для вкуса и остроту. Белый лук, чеснок и немного крахмала для загустения бульона. Пол ложки крахмала разведем в холодной воде и добавим в конце в суп. Вот такой рецепт, примерно такой, набирает около 9 миллионов просмотров в интернете. И приготовить его можно за 15 минут. Обжариваем фарш с овощами, луком-пореем, простым луком, чесноком. Потом добавляем капусту пекинскую, заливаем кипятком. Если грибы свежие, провариваете их. Я добавлю капусту бок чой остатки. Добавляете лапшу и в конце крахмал для загустения. Такой супчик по-быстрому на скорую руку. На растительном масле обжариваю фарш с овощами. Готовим кипяток или бульон на готове должен быть. Но его еще лучше приготовить, вам эти нарезать заранее, чтобы последнюю минуту успеть их закинуть, и они вместе обжарились. Все готово. Пекинская капуста я немножко возьму. Тут она у меня стоит, я ее должна еще промыть. И жду кипяток закипеть. Так как будет фарш, я не буду доливать мясной бульон. Мне хватит одного фарша на один раз. Обжариваю фарш с овощами и заливаю на 2 минуты лапшичку, чтобы она стала мягкой, чтобы она не ломалась. Лапшу выбирайте, потому что если неудачно возьмете, я один раз была неудачно взяла, и она у меня раскрошилась. Я нашла другую, которую я хорошо знаю, и поменяла лапшу. Фарш обжариваем до золотистой корочки, ну, чтобы немножко подрумянился. Залила лапшу кипятком на 2 минуты. Все овощи подготовлены, чтобы быстренько все добавлять. Фарш уже начинает румяниться. Не забудьте еще про имбирь, я маленький кусочек поставила, он идет ко всем азиатским блюдам практически. Фарш пожарился, я добавляю лук порей, имбирь и чеснок. Минуту обжариваю и добавляю белый лук. Нарезаем пекинскую капусту. Пока лук обжарится одну минуту, я быстренько капусту нарежу. Воду слила, лапша готова. Мясико с лучком поджарила. Добавляю пекинскую капусту. Немного на одну тарелку. Наши соусы, которые вы любите. Немного соевый соус. У меня коричневатый густой. Устричный соус. Тоже чуть-чуть. А еще у меня есть соус рамен, базик для супа. Тут не рамен, тут другая лапша. Ну какая разница, удон или рамен. Это для супа специально, для лапши. Заливаем кипятком или бульоном. Соус в этом супе обычно получается коричневатый. Это нормально. Я добавляю капусту бок чой, мне 2 листика всего. Если у вас свежие грибы, добавляйте свежие грибы всего на 2 минуты. Один грибочек шиитаке у меня был консервированный, остался зеленый лук. И разводим крахмал, пол ложки в воде разводим холодной. В супу добавляем зеленый лук, он у меня более светлый, грибы. И готовую лапшу, которую вы замочили или отварили, промыли под холодной водой, как хотите. Целенькая, красивенькая лапша. Перемешиваем и вливаем разведенный крахмал, чтобы загустить бульон. Больше жидкости или меньше жидкости в вашем супе, это на ваш выбор. Вливаем крахмал разведенный. Перемешиваем и ждем, чтобы наш бульончик немного загустел. Насколько загустеет бульон, зависит от вас, сколько вы добавите крахмала. Можно ложку добавить, будет еще более густой. Такой как густой кисель получается бульон.
И так выглядит азиатское чудо, которое в интернете может набирать до 9 миллионов просмотров. Приготовление минут 15-20. И так выглядит их супчик с фаршем, с овощами, грибочком шиитаке. Я добавила капусту бок чой. В оригинале, в принципе, просто идет капуста пекинская, но тоже вкусно. Вместо цветов стоит мята. Очень много мяты есть у меня, аж целых две вазочки. Мохито уже выпила, поэтому не ставлю. Видео было по супу азиатскому, очень популярному, с пекинской капустой, фаршем и лапшой. Можно взять тонкую лапшу, отварить, промыть и добавить. Я взяла сегодня удон. Заходите в гости, не забывайте. И до новых супчиков!